На экране состав команды. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. На экране состав команды. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. На экране состав команды. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. На экране состав команды. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. На экране состав команды. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. На экране состав команды. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. На экране состав команды. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. На экране состав команды. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. На экране состав команды. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. На экране состав команды. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. На экране состав команды. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. На экране состав команды. Судя по расстановке, команда планирует контролировать мяч. Ну и главное, вовремя доставить его нападающим. Арбитр дал свисток, и мы смотрим финал Лиги Европы. Наверное, не стоит говорить, что интерес к этому матчу огромный и со стороны болельщиков, и со стороны прессы. Ведь на кону трофей, вот что сегодня главное. Следует прострел. Не смог тут игрок мяч поднять, и навес не получился. Теперь в атаке уже соперник будет. Инуи. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Аис Саманди. Каналес. Ну что это за пас? Просто подарили мяч сопернику.